там патроны, кстати. Старс. Горький 17. Ребята. Ники, спасибо. Ай, блин. Ай. Я подумал, Стас сейчас идет, короче. А, да ну нахер, короче. А, да ладно. Ай, жесть, короче, подождите. Ай, да ладно. Я реально подумал, сейчас Немезис идет, короче, все, бежим нахрен куда-нибудь. Сдохни уже. Это чё... Ты куда? Это чё такое вообще? Это как вообще понять? Вот это приколы, однако. Надо как-то попасть в комнату, где есть патроны. А это вон там. На другом конце корабля вообще. А, да что ты будешь делать? Второй раз уже такая хрень. У нее ничего не взять. Ай, давай, иди нафиг. Опасно. Они голову срезают. Да, могут еще как срезать. Старс. Заходит Барри в Саби и говорит: дайте мне G-сандвич. Вновь играл только Вероника, Dead Aim и Survivor. Йоо! Ты офигел! Это уже третий раз такая ерунда, ну реально напугал. Не комната, я понял. Никого? Что твою мать? Ну так к чему этот скример здесь? Я вот этого понять не могу. Для чего? Старс. Женька, люблю тебя смотреть. Ты стримишь мои любимые игры. Серег, спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо огромнейшее. Ты меня напугал. Блин, Стас, этот Стас, вот он никогда не перестанет.